Всем добрый вечер. Нам привезли холодильник. Сейчас ждем, его завезут, и я вам его покажу. Сейчас машина развернется и нам завезут. Ладно, ждем. Так, дорогие мои, привезли. Вот такой вот он высокий, два с лишним метра. Грузчик еще посмеялся. Надо, говорит, к этому холодильнику лесенку, чтобы наверх что-то положить. Ну, вот такой вот. Я довольна. Я довольна то, что он много лет он прослужит. Дай бог, чтобы он прослужил много-много лет. Вот у него характеристики. А он... Так, подождите. 140 литров у него. Там плохо видно. Цвет белый. Ну, сейчас муж придет, откроет. Потом посмотрим. Там, по идее, немножко сбоку-то видно уже. Не, не видно. Вон там немножко видно. Белый цвет. Но сейчас муж придет. Он пошел ворота закрывать. Машина уже уехала. И потом откроет. Спасибо вам, должна сказать. Вы помогли своими просмотрами. Чтоб мы смогли купить себе холодильник. Я бы долго бы еще не купила. Но я рада. Спасибо всем огромное. Так, дорогие мои друзья, я занесла духовку. Сейчас буду запекать курицу. Достала уже курицу. Сейчас с майонезом, с приправками смешаю соль и поставлю в духовочку. Пока пришлось вот так вот ее тут чуть-чуть организовать, но потому что некуда пока. Как доделаю вот остатки, тут немного осталось. И так и будем дальше потом уже устанавливать все. Еще почти доделали. Как доделаю, скоро вам многие просят. Я видео снимаю, как мы делаем ремонт понемножку. Потом все это, когда уже доделаю кухню, покажу сначала готовый результат, а потом покажу, как мы все это делали. Так что потерпите, видео выйдет. Так что вот как-то так. Ладно, я сейчас распечатаю вторую курицу, смешаю все и поставлю запекаться. Что на гарнир приготовить, еще пока не знаю. Но вот что-то Егорка говорит, мама, давай картошечки отварим. Вот сейчас посмотрим, подумаем, решим, что будем готовить. А пока вот буду заниматься курочкой. Так, все, ребята, курица уже запекается. Я сейчас хочу детку сделать творожок. Вчера один делала, они прям за ура съели. Ой, и сейчас сделаю второй творожочек тоже, чтобы они поели. Поедят и будут довольны. Творог они любят у меня. Я когда свежий, всегда стараюсь брать. И они хорошо за раз, вот один пакетик, они весь за раз почти съедают. Но не всегда. Не все, потому что у меня любят творог. Не все. Так. Сахар. Ложку. Сейчас сахар насыплю. И будет у детей вкуснятина. Пишите, ребята, какая у вас погода. У нас погода отвратительная, холодно. Но сегодня хотя немножко солнце было. Ну, что-то это мне не нравится. По идее, солнышко стояло днем. Ну, вот что-то из-за своего состояния, что-то не это. Ничего. Сейчас деткам творога наведу и будут кушать. Творог вот этот мне понравился, вкусный. И до этого, что брала, вот я как бы стараюсь всегда смотреть, какой он творог, какой он. Сметанку мы берем на разновес. Брала как-то в контейнере, мне не понравилось. По вкусу она как не сметана. А вот на разновес берешь, вот вкусная сметана. Да, она дороже, но зато она вкусная и качественная. Видно сразу, что это... Уже собственное производство, я так возят. И сметанка очень вкусная. Вот такую тарелочку они у меня за раз съедают. Ну, не все едят. Ваня плохо ест творог. Но ест тоже, но плоховато, конечно. Ладно, сейчас намешаю, дам деткам. Вчера хотела записать видео, вопрос-ответ, но так и не записала. Голова так разболелась сильно, что...
перенесла на сегодня. Ну ничего, я принимаю, ребята, противовирусные таблетки. Сейчас детишек самое главное накормить. У меня Марина стала с садика приходить и говорит: мам, мы даже вот только выходим из садика, она говорит: мам, я есть хочу. Я говорю: в смысле? Тебя что, в садике не кормили? Она говорит: кормили. Я, говорит, не наелась. Вот так вот. Домой приходит и сразу садится кушать. И вот последнее время, ну вот она что-то это... Я говорю, раньше я ее заставить не могла есть. Плохо она вообще ела. А сейчас она сама просит есть. Знаете, какая это радость, когда ребенок сам просит есть, его не надо заставлять. Это вообще что-то с чем-то. Это радость, очень сильная радость. Радость. Напишите, у кого вообще как дети едят. Вы заставляли своих детей кушать? Ну, вот у кого вообще какой аппетит, было бы тоже очень интересно узнать. Я вот некоторых своих заставляю есть, потому что они никак не хотят есть. Все, сделала творог, пошла детей кормить, вы оставайтесь с нами. Все, дорогие, испекла я курочку. Сейчас будем пробовать. Я тут уже немножко пробовала, как бы, в принципе, уже готово. Сейчас разделаю и дам деткам кушать. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Ну, а мы пойдем курочку есть. Всем доброе утро. Я уже съездила в садик. Сейчас иду домой. Зашла в магазин, купила хлеб. И иду домой сейчас, надо будет скоро будить вторую смену, чтобы они покушали, и потом пойдут в школу тоже. Сегодня надо будет еще в город съездить, кое-какие дела доделать, остатки уже, и все, вот в этом месяце завершится все. И потом будем дома заниматься переборкой шифонеров, шкафов всех, одежды. Утюг все хочу купить, но пока еще не брала, потому что наш сломался, а порывом неудобно делать. Ладно, идем. Всем привет. Мы идем с садиком. Мы сегодня съездили в город со Светой, с Егоркой. Прикупили кое-что. Да, Светик? Маше купили шапку, рюкзак. Маше взяли там, ребятишкам кое-что взяли. И для ремонта кое-что взяли. Да, Марина? Марина идет недовольная. Она хочет на автобусе, она не хочет пешком идти. А я хочу пешком идти. Вот она и вредничает. Ладно, идем домой. Сейчас покажем, что купили. Также мы Егорке еще купили кофту наподобие... Ну, мы хотели рубашку, но рубашку не нашли ему подходящую. Купили поэтому кофту ему. Сейчас домой приду, все откроем, покажем. Да, состояние, конечно, у меня не идеальное. Ну ничего, скоро в колею войдем, и все будет замечательно. Ладно, идем до дома. Снимаю. Всем привет, дорогие друзья. Прочитала я ваши комментарии по поводу того, что я ничего никогда не покупаю Маше. Маше мы постоянно покупаем, просто видео мы это не всегда показываем. Да, это Маша? И в этот раз вы все грили рюкзак. Я знаю, что рюкзак нам. Мы искали Маше тот, который она захочет. И нынче Маша себе выбрала вот такой рюкзак с кисками, тут с алмазиками, спереди карман, посередине карман. Ваня. А внутри там тоже, Маша, есть карман? Ты не смотрела? Так, дорогие друзья, вот такой вот рюкзак Маша себе выбрала. Там было несколько рюкзаков, но она выбрала именно вот этот. Внутри с карманчиком, сзади вот такой вот он простенький. Карманчик сзади. Сзади. Где? О, точно. Маша, у тебя тут потайной карман, оказывается, есть. Ну, потом она посмотрит, тут у нее потайной карман еще есть. Лямочки приделает. Маша сама выбирала. Поэтому вот такой вот она рюкзак. Да, дорогие друзья, я беру всегда все, что подешевле. Потому что, ну, вот вы сами подумайте. Дальше. Мы с Машей выбирали вот несколько шапок, она перемерила, ей ничего не нравилось. В концовке она выбрала себе вот такую вот шапку.
Мне кажется, она маленькая будет ей быстро. Ну, будет маленькая, потом купим. Ну, вот ей понравилась вот эта вот шапочка. Она смотрела черную, там с пайетками так переливается, с кошечками, еще какую-то смотрела. Ну, вот остановилась в оконцовке на вот, это, вот такой вот шапке, да. Что у нас, рюкзак был 300, да, а шапка 200. Вот такие вот покупочки. Дальше, 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 дальше. Взяли мы Мариночке колготочки в садик, чтобы были у нее красивые. Она меня давно просила с куколками, с кисками. Кошками. С кошками, да, колготочки. Вот такие вот колготки мы взяли за 100 рублей. Пока много не стала набирать. Одни чисто, чтобы для садика были. Так, это не будем. Дальше. Ваньке взяли вот такого динозаврика. Реалистично. Еще набор динозавров там взяли, но Ваня уже забрал его. Поэтому потом... Нажми ее. А? Нажать. А, да, он нажимается. Да, да, да. Ну все. Дальше мы заходили в Фикс Прайс. Света давно просила заказать какой-то эмерный стаканчик с ложечками. И мы увидели вот такой вот. Я у Светы спросила, надо ей или нет. Она говорит, да, мама, надо, что она будет пробовать тортики, да, ты будешь пробовать стряпать. С тетей Верой будешь пробовать стряпать. Тут вот такой вот он идет. Тут можно ситечко делать, смотри. А если повернуть, то можно лить что-нибудь так. Угу. Ну, вот такой вот взяла я в целом. Дальше у нас гуашь, это вообще проблема. Вы помните, у нас был гуашь, но он уже весь, они его изрисовали, так как 5 учеников. Поэтому я купила вот такой вот гуашь. Тут у нас 12 цветов для ребятишек. Дальше, с пластилином у нас тоже беда. Пластилин быстро используется, поэтому я взяла вот такой вот пластилин. За 149 рублей тут 30 штук. 30 разных цветов. Ну-ка, давай откроем, я такой еще не раз... А вот. Видно там? Да. Вот такой вот красивый пластилин мы взяли. Ребятишки любят пластилином дома лепить. И дома, и на уроке им бывает надо пластилин. Поэтому пластилин всегда нужен. Дальше. У нас ребятишкам сказали для трудов, для рисования сделать разные папочки. Чтоб лежало все у них индивидуально в папочках. И купила еще папки. 3 папки для трудов и для рисования, чтобы они все укомплектовали. Дальше Света выбрала тут какую-то маску, пленку для лица. С серебром, да, с каким-то? Угу. А там какой-то большой тюбик, а то вдруг опять маленький будет. Большой там. Как в тот раз купили, а там маленький был. Не, большой тюбик. Уже стараешься проверять, чтобы маленький не попался. Дальше взяли мы маршмеллоу, или как это, воздушные суфле. Со вкусом пломбира и со вкусом клубники. Сливка с клубникой. Вот такие вот 2 штуки деткам на пробу. Ну, обычная наша покупка — это резиночки для волос. У нас постоянно их нехватка. Я себе, конечно же, не могу без кофе. Я по утрам всегда пью кофе. Ну и днем тоже бывает. Если голова сильно совсем уже болит, то я пью кофе. Дальше губки. Это всегда тоже нужная вещь. Ваня, иди сюда. Ваня. Ваня. Ваня, купили вот такую вот машинку. На. Иди играй. Так, дальше взяли мы овощи для того, чтобы чистить картошку или что-нибудь такое металлическое. Пускай стоит Маша. И также я купила, сейчас покажу, чай с клубни... Ой, с... как она? С карамелькой, я обожаю такой чай. И с лимоном, обычный чай с лимоном. Дальше, дорогие друзья, мы заходили в аптеку и в строительную. Я зашла в строительную, мне надо было краску для мангалов. Я перепутала и взяла не тот баллон. Завтра поэтому надо будет сходить нам со Светой, да, Света? И поменять на краску для баллона. Баллонную, но для мангала. Тоже черную. Ну ладно уж, перепутала так перепутала. Что теперь поделаешь? Дальше мы заходили в аптеку. Сейчас покажу, что я взяла. Где у меня еще таблетки? Где еще идет таблетка? Активированная.
документы просто у меня лежат. Я взяла активированный уголь, себе взяла глицин. Мне кто-то, подписчики, написали: Настя, попробуй попить глицин, может, голова не так будет болеть. Поэтому спасибо большое за ваши комментарии. Обязательно попробую, попью. И я заказывала до этого еще тоже градусник обычный, электронный. Вот такой вот. На всякий случай, чтобы удостовериться, что вдруг кто-то неправильно показывает. Сегодня проверим. Вот такие вот все у нас были покупочки. Поэтому... А, еще Егорчины покупки. Выключи пока, сейчас Егор принесет. Дорогие друзья, Егор себе попросил. Мама говорит, можно я себе в экспрессе выберу кружку? Егор себе выбрал вот такую вот кружку. Нет! Что она стоила? Егор, она 55 рублей, да, стоила? Чего? Кружка. Да, вроде. 55 рублей, вот такую кружку выбрал. И у него на сменку рубашку всего одна. Мы ходили, искали очень долго рубашки, но ничего такого не подобрали. И в оконцовке он себе взял вот такой вот свитерок. На сменку ему переодеваться, чтобы иногда в рубашке ходить, иногда так. Там рубашки есть, но ему не нравятся они, понимаете? Он у нас выборочный в одежде, ему тяжело подобрать рубашку, ту, которую он хочет. Поэтому ничего такого не нашли, вот такую пока купили. Потом еще в следующем месяце, наверное, если что, пойдем купим ему другую рубашку. Вот такие вот, ребята, у меня были все покупки. Если вам понравилось, пишите ваши комментарии, ставьте лайки, задавайте вопросы. Ну и всем пока-пока!